Готово? Раз, два, пошла. Один лежит. Догоняй ее, догоняй. Догоняй. Да я не могу. Не получается, да? Мы тоже мирные. Вообще, но он мирный. Им сделали игру отдельную, пусть там играют мирные. Не показалось. Ну, по характеристикам вот эти китайские, кстати, нормальные были. Все было слышно. Только что неудобное. Ну вот что-то новые китайские, которые мне присылали. Ифан, которые, помните? Там вот по удобности шикарно. Микрофон отличный. Микрофон, как вот этот мой микрофон. Только микрофон на наушниках, блин, встроенный, считай. Микрофон у них вообще можно отдельно продавать. Он слишком хороший. Возьми себе с ушками. Наушники. Да, да. С ушками. Где я затащу? С ушками. Ну, затащу. Там фирма говно, я обратно тащу. Мне Dexpo не доверяю. Dexpo — это ДНСовская фирма. Ну, кстати, они... 20 тысяч. 20 тысяч? Может, это какие-то беспроводные там? B3 Pro, ну да, беспроводные, проводные. Беспроводные, так-то, конечно. Райкин с наушниками, короче, 13. Тебе удобнее было бы беспроводных, я думаю, раз ты там в них и валяешься, кино смотришь и все такое. Дальше беспроводные. Че? Ну, дома хотелось кого-то купить, не говорится. Самогон на столе был. Бля. Это у нас остальная, она тоже из пластика. Не знаю, что это выглядит вообще. Не уверен. Ах ты жулик, поля. Ну, либо надо наушники, на которых 7.1 выключается вообще полностью конкретно. И тогда хрен с ним. Invisible. Invisible. Чё тут шумишь, чел? Оружие без глушителя. Чё расшумелся-то?
А тут времени, что ли, меньше сделали до выхода, да? Или мне кажется? Нет. Кажется. Три жулика. Походу пробежал. Не убила. Аналоги. Контейнера. С нычкой. Угу. Один дальше пробежал к забору. Где-то на дороге. С холма кто-то к нам идет. Так, господи. Этот выбежал с контейнера. Убил его в контейнере. Там их трое должно быть. Моя граната. Дальше уже пробежали куда-то. Там бомжи вроде какие-то, да? Наверное. Там нет, один был. Общага уехала идти. Да, успела. Один был нормально, по которому я стреляла. Вот. Ну как нормально относится? Вернусь к контейнеру. По дороге разрешишься? А ты тут убил одного, походу. Убила все-таки? Да. Лежит второй! Ты че тут лежишь, жулик, блин, а? Хэндехох! Хэндехох! Ну сдохни тогда. Он просто лежал все это время. Боже. Ну что, ребят, нанимайте читеров, чтобы вас сопровождали. Чего как ненормальные игроки Таркова. Ты подходишь? Да, я. Здание есть какое-то. Перебегает по дальней перебежке. Очень лагает. Пипец, как по такому попадать вообще можно? А, это читак. Да ёптать, беги, Аня. Беги, блин. Аня, беги. Блять, знакомая ситуация. Была такая уже ситуация с дальней перебежкой на ролике. Будет еще одна. 4 КД, кстати. Тепловизор, ночник. Угу. Угу. Подготовился, да? Да. Пускай он развлекается с мамой, но мама реально кто-то сидит. А, кстати, попал в него. Я в него попал. Но у него кунг-фу сильнее. А тебе разве не под ноги там упала какая-то граната? Ну так это с холма, с этого, с... Подожди, подожди. Дай мне звуки послушать. Пускай он развлекается с мамой, но мама реально кто-то сидит. Попал в него. Вот она упала тебе под ноги, но ты от нее успела отбежать. Так. Но у него кунг-фу сильнее. И вторая тебе под ноги. Да, походу это с автонаводкой. Мне повезло, всего лишь два читера в рейде. Повезло, повезло. Надо канистру. Что я когда-нибудь отказалась? Это канистра. Давай, давай. Догоняй ее, догоняй. Догоняй. Да, я не могу. Не получается, да? Давай, вазу, уворачивайся от нее. Так, так, так. Эй, застряла. Она не подбирается, когда она катится. Чисто это как в сказке колобок, прям. Играли там, я выпустил ролики, мы убиваем типов на таможке. Типа, я правильно понимаю, что стример выполнил все квесты на таможне, но продолжает ее играть, чтобы мешать играть другим. А куда? Вот когда ты все квесты сделал, что тебе игру удалять? Ну все, удаляешь игру, прошел, считай. Каждые полгода заново скачиваешь. Ладно. Для вас же сделали арену, там тоже чел писал, в которой 150 человек играет. Пойдем к общагам, я тут убил одного жулика с гаражей. В общаге есть, да. К
Кстати, Шайтан, когда мы познакомились, он вообще матом не ругался, если честно, ребят. Мы, может быть, не в курсе, но, ну, по крайней мере, может быть, не обращали на это внимания, но реально, когда до Таркова не матерился, если что. Артём, кстати, тоже не матерился, мы еще с Витом постоянно ржали, что не матерится. Увы, а хули. Понимаете, как бы, насколько все плохо? Перед нами чел, я только что с забор зашел. Мы тоже мирные. Ты что, стреляем или? Все, парни, не убивайте, я профан. Ноль, нулев, мне брать ничего. Да ты по нему стрелял? Да, я убил. Зачем? Но он мирный. Им сделали игру отдельную, пусть там играют мирные. Зачем они заходят в PvP играть? Когда заходишь на карту, в правом нижнем углу написано PvP. PvP там написано. What the fuck, man? Чё говорят, что я злая? Ничего подобного. Ты вообще мирный, блин. Ну там примерно ты снимешь. О, у медички что ли за ворот? Ну, да, тихо. Походу, да. Блин, пропусти, я забыл посмотреть. Не, птички, да, это атмосфера. Без носовка, конечно. Короче, медички типы у нас. Одного убил, один есть на первом, походу. Бля, их двое. Может, с пулика постреляешь в левое окно, где лесенка на второй этаж, я зарашу под звук. Только когда я скажу, прекращай стрелять. Хорошо. Все? Да-да-да. Блин, у тебя гранатки есть? Да. А, у меня тоже гранатку готовят. Подходи тогда, сейчас гренами их закидаю. Они в библии сидят. Сидит, кидает гранаты. Да, я же сидел на выбор, где это ВСК-91 или АШ-12. Фига, хорошо, еще посмотрим. Ты подходишь? Да, ходу. Самый угол она, вот угловая, как бы, к забору, получается. Угловое окно самое. Вот туда грену надо. Ой, хорошо, за все. Забегали. Налево перебежали. Да-да-да. Да, еще если есть. Граната есть, она почему-то много не выбирает. А, у тебя. Скажи, как кинешь. Угу. Нет, я плохо кинула, плохо кинула. Ну, не забегай. Что есть? Нет.
Ты можешь на шифте, когда я открою дверь, просто пробежать прямо за книжные полки? Я сразу за тобой выйду с префайером. Сейчас, погоди. Слева никого? Никого. Сможешь пробежать прямо за книжную полку? Да. На шифте прям вжик туда. Готово? Раз, два, пошла. Один лежит. Все, готовы, готовы, готовы. Пух, одного ты взорвала, что ли? Да, ты взорвала его. Найс. Леш? У нас, по-моему, спереди кто-то бегает, да? Да, внутри, один в синем, второй за синим. Граната, блин. Моя. Ой, он смотрит на меня. Одного убила. Убил. Штаныч. Все. Ой, я без микрофона. Убитые они, убиты. Ты там по железу? Да. Капец. Я хилюсь. Что ты напугала бэмбиков, блин? Да капец, короче. Сначала они на меня вышли, потом мне в донатов залетела граната. Я на панике, кидаю им гранату, достаю вторую гранату. На меня выходит чувак, когда я с гранатой в руках. Понятно. Штаныч, кто-то по зеленке бегает. У гаражей. В гаражах, по-моему, сейчас. Вот как мы заходили через эту дырку. У нас какая-то хрень еще возле автобусов стреляла тут. Противоположно от нас стороны. Бегай. Бил. Спасибочки. Тут были выстрелы, когда я бежал по центральному. Вот он, вот он. А что стреляло? Какой-то небольшой автомат, или не автомат, даже пистолет какой-то. Ходит внутри по дереву. Выбежал, что ли? Забежал внутрь обратно. Закрыл дверь. Снаружи забегаешь? Да. Он на второй пошел. В библиотеку зашел. Вон в библии может спрыгнуть. По контролю может спрыгнуть. Где-то в центре. Hello. Put your hands up. Hände hoch. Убил. Не опять лежат. В этом же месте. Чего они сюда лезут, блин? Но они между теми же самыми книжными полками лежат, блин. Ну, он там пишет, да, книжки интересные просто. Читать хотел, ты взял, ты мешал. Что там интересного? Журнал Мурзилка, блин. Да. И если вам понравилось видео, не забывайте подписаться на канал, оставить какой-то комментарий для продвижения и почаще заглядывайте к нам на стримы.